Всем привет, народ. Вообще фиг знает, зачем я это видео пишу. Я даже не знаю, сколько людей его посмотрит. Пишу я его одним дублем. Поэтому, если будут какие-то тыки, затыки и так далее, то уж не обижайтесь, но как-то так. Пишу, чтобы как-то вкратце вообще рассказать, а почему я пропал, где я, что со мной. В принципе, я там же, где и был. У себя дома, со мной все в порядке, как-то более-менее нормально я пришел в себя, потому что я писал в посте выше то, что что-то с начала 22 года я немножко-то приуныл, мягко скажем, да, от всего происходящего. Потом осенью я еще чуть больше приуныл, чуть больше появилось каких-то головных болей, да и в целом как-то дела, абстрагируясь от новостных всех факторов, у меня пошли, ну, не акти, мягко скажем. Вот, поэтому что-то было морально точно не до канала. А потом впоследствии я решил вообще все пока пустить, скажем так, на самотек. В начале года скинул один из компьютеров. Это еще тот, с которого шло... Ну, шел сам стрим, да, один был игровой, а второй, откуда трансляция велась, и тот, откуда велась трансляция, его больше нет. Думаю, нахрен все, сделал коррекцию зрения, то есть теперь я больше не очкарик, я не ношу линзы, вообще просто ощущения золотые. Вот, поэтому технически мне сейчас тяжелее стало очень записывать, особенно это касается PlayStation, да, потому что... Ну, никак. И карта захвата ушла вместе с тем ПК. Вот. Короче, технически записывать сейчас особо не позаписываешь. Сидуха. Сидуха уже горит. Горит, как может быть у кого-то, кто посмотрит это. На самом деле записываю вообще просто. Тут 5 минут свободных есть, пока грею машину, пока сейчас жена с ребенком спустится, поедем отмечать Масленицу к моим родителям. Вообще такой формат видео заслуживает, знаешь, какой-то... сторис или шортс сейчас, которые на ютубе, ну, как бы, становятся более трендовыми, но, как тебе сказать, он недоступен моему каналу, канал слишком маленький, вот, поэтому, как-то так, блин, я не представляю, меня иногда так ломает, в общем, меня так ломает и хочется выйти к вам на связь, как-то в каком-то ролике, в каком-то стриме, но потом я понимаю то, что Макс не даст, честно тебе говорю, он не даст, он будет постоянно рядом, он будет мешать, да, как бы я не любил своего ребенка, я понимаю то, что вести трансляцию он нормально, ну, лично мой, не даст, он очень активный, я начну как-то отвлекаться, беситься и так далее, далее, я могу опять приуныть, когда канал... Ну, почему, собственно, я перестал вести, заниматься каналом, да? Потому что он перестал приносить мне не то чтобы удовольствие, а я постоянно стал унывать, да, с ним. Я видел его деградацию, я видел то, что никаких рекомендаций, никаких трендов, никакого вообще продвижения от площадки моих роликов нет. А сейчас так вообще, тем более, да, просто задница. Ну, о чем говорить, да, в связи с последними событиями, как бы российский YouTube вообще в заднице. И тут тоже как-то вот это вот не туда и не сюда. Я знаю, что я могу приуныть опять от этого, и это меня очень сильно отталкивает, собственно, от записи. Но периодически заходя на канал, я вижу то, что люди... пишут, то, что кто-то, оказывается, ждет. Это, конечно, бодрит нереально. Спасибо вам вообще, кто еще остался там живой на канале. Это я высматриваю просто, они вышли или нет. Кто остался еще живой на канале, спасибо, короче, спасибо. Расскажите, кто посмотрит, как у вас вообще дела, как у вас жизнь продвигается сейчас за последний год, пока мы с вами не общались, не виделись, что нового, да, я помню большинство всех, кто был на канале постоянным зрителем, поэтому как-то так модеры особенно, да, я, естественно, всех помню. Вот. Как-то так, народ, если что,
могу еще раз как-нибудь подобный ролик записать. Абсолютно без склеек, без нифига. Вот сел спонтанно, понял то, что уже не могу. Ну, не могу я молчать полностью. И должен что-то сказать. Ну, вот сказал. А там качество того, что сказал, уже оцените сами. Все. Всем пока, всем мира.